Всем хаюшки, с вами я, Александр, это канал Аймбот, и у нас продолжение игры Парк Смерти 2. Я продолжаю играть с того же момента, там, где я остановился. Я также подошел, сохранился вот здесь вот, и для тебя специально подошел к этому шарику, а здесь продолжаю играть. Значит, здесь я не буду сильно лутать, потому что по факту здесь должно быть ничего нету, потому что здесь мы уже вроде бы все оплутали, все посмотрели. Здесь только единственное, что у нас горит квазик, вот это вот можно там сделать какой-то паролец, собрать. Но мы, по-моему, уже собирали этот пароль. Вот, поэтому как бы, наверное, не знаю. Или не собирали. Или не собирали, ребят. Или собирали. Мы же, по-моему, должны были собрать, нет? Что это, где вообще находимся? А вообще, здесь у нас была головоломка. Мы вроде бы как чего-то подходили, делали в прошлой серии. Я уж не помню, это было вчера. Вот, и у нас что вообще по квестам горит? Давайте быстро посмотрим. Найдите способ открыть сейф в кабинете отца. Так, да, тут нужно ввести код с картины. Единственное, что я со вчерашней серии, я не помню этот код, поэтому давайте быстренько сейчас сделаем взаимодействие. Вернемся туда, посмотрим, какой у нас был код, и мы это дело обратно вернемся. Значит, что у нас? У нас был код 9156. 9156 у нас код, поехали обратно. 9156. Нажимаем, я сделал взаимодействие на клавишу, поэтому немножко сейчас осваиваюсь, вот, чтобы это было удобнее, а то... А мышкой это не особо-таки удобно получается нажимать. 9156, значит, у нас здесь. Давайте быстренько сейчас активируется глаз. Мы нажимаем вот так. 9156. Окей? Да, все у нас срабатывает. Значит, у нас здесь ключ. Ключ у нас, вы помните, для чего у нас ключ? Ключ это, чтобы покинуть у нас входную дверь. Да, соответственно, выйти нам из дома. Здесь также что-то есть, какая-то записка, но он не хочет это читать. Так, почините... покиньте дом. Покиньте дом, почините дом. Ну, дом тоже нужно, на самом деле, починить. Здесь что, мы не можем открыть, да? Нет, мы не можем открыть. Здесь у нас клавиша. Вообще, по-хорошему, бы посмотреть вообще все клавиши, какие у нас есть. Потому что я не знаю, вдруг тут есть какой-то прыжок. Есть еще что-то. Давайте сейчас быстро покликаю. Ну, shift, понятное дело. Ну, вроде бы ничего такого больше я не вижу. Ладно, если... будут преграды, значит, надо прыгать, значит, надо будет убегать. Здесь более у нас, по-моему, ничего не открывалось, насколько я с прошлой серии помню. Но это выход, конечно, к отцу. Все, так, значит, поехали вниз. 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 А вниз поехали мы, значит, обратно надо возвращаться в тот мир, потому что здесь мы не можем выйти. Хорошо, я понял. Понял, понял. Понял? Так, я заблудился, если что. Здесь, в принципе, пройти нельзя, здесь ничего делать. Поэтому обратно С и обратно выходим. То есть будем стараться быстрее все это делать сегодня. Вот, по мере возможности. Потому что нам, получается, в мире сна еще нужно выйти на улицу. Найс. А в мире сна еще и на улицу. Хорошо, я понял, игра. Это совсем... чтобы совсем жестко было. Так, надеюсь, сейчас никаких скальмаков не будет. Здесь у нас как раз вот есть выход. Да, у нас он был закрыт. Здесь у нас фонарик. Здесь, в принципе, мы пробегаем, перебегаем. Нам нужно просто пробежать вот эти вот полочки с тушеночкой, со всем таким прочим. И где-то вот здесь должен быть хоба на выход. Я не знаю, в принципе, бывает иногда какие-то подсказки появляются после того, как ты уже сделаешь какие-то взаимодействия в реальном мире. И потом появляются здесь. Ну, я вроде бы не вижу, что ничего не подсвечивается. Буду надеяться, что ничего не пропущу. Ну, в основном появляются патроны и всякое такое прочее. Так, здесь давайте лабиринт, 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 лабиринт. И подъем по лесенке наверх, соответственно. Соответственно, в гостиную включается автоматически у нас шарик. Шарик, хорошо, шарик нам не нужен. А, шарик нам нужен, чтобы нам попасть в реальный мир. Хорошо, то есть здесь вот опять взаимодействие. Лопается шарик. У него прям какой-то этот прицел на видение. Ой. То есть, я все понял. Короче, нам нужно быстро оббежать все шарики получше. Так. Ой, мне что-то не нравится все это дело. Полопать все шарики. Ой, как неудобно, если честно. Ой, а он рядом. Он рядом. Он рядом был. Я видел краем глаза, он был рядом. Мы мертвы, блин. Я говорю тебе, это нереально убежать от него. Шучу, ладно. На самом деле это реально. Единственное, что... так, здесь получается мы. Где мы сохранились-то? Ладненько, давайте по новой поехали. Поехали в мир сна, получается. Нужно пройти по миру сна, потом вернуться в реальный мир и
И потом будет трындец. И потом он нам не даст просто выйти так просто в реальный мир. Можешь в него, в принципе, бахнуть, по-моему, стрельнуть. Я не знаю, что из этого будет, конечно, получаться. Но, типа, в него можно стрельнуть. Вот. Единственное, надо не теряться. Убить, мне кажется, его нельзя, потому что, ну, он реально имба. Он не должен сперва, там, не знаю, выстрела. Наверное, помереть. Ну, не знаю, по крайней мере, он же, если помрет, то, значит, ничего не будет. Так, здесь что? Здесь я что-то уже заблудился. Здесь нам не надо. Здесь нам не надо, здесь нам за не надо. Ну, блин, я ж находил выход. Так, будешь поворачиваться? Он даже уже не поворачивается у меня. Ядрен потом. Вы серьезно? Я заблудился, что ли? Так, ну вот же выход был. Вот же был выход, да, действительно. Я его не добежал просто. Я чуть не развернулся, не пошел обратно. Так, здесь понятное дело, что у нас ждет шарики, куча шариков, и где-то он тут будет бегать. Вообще, в теории, нам нужно, типа, от него сматываться и стреляться, судя по всему, потому что, ну, как-то по-другому никак. Так, ладненько, давайте. Ты готов? А я вроде как готов, поехали. По идее, здесь мало шариков летает, ну, около десятка, меньше, чем 10 на самом деле, и избегает вот этот вот клоун. Поехали. Прежде всего, сразу, я не знаю, побежали сюда. Там мы уже были. Так, а мы нашли выход, ты представляешь? Мы быстро нашли выход, у нас даже он не появился. Офигеть. Покиньте дом, чтобы найти помощь для Лили, соответственно. У нас выполняется квестец. Такой вот молодец, офигеть. Я сам поражаюсь, как это у нас удалось и случилось, получилось. Ну, здесь дверь больше не открывается, то есть, потому что у нас, понятное дело, что у нас одна единственная цель, и у нас один единственный ключ, который мы нашли, и который у нас он есть. Здесь я подниматься не буду, там вроде ничего тоже не было. Здесь, в принципе, наверное, вряд ли что-то появилось. Поехали. Значит, выходим. Мы очутились на улице в поисках помощи. Здесь у нас кровавое пятно. Меня только что убили, можете меня поздравить, ребята. Все это очень сложно. Я не знаю, очень сложно проходить. Давайте быстренько сейчас пробежать. Я не стал вам показывать мою смерть. Это было плохо. Не всех радует, наверное, но меня точно не радует. Здесь я быстренько пробегусь. Что было здесь? Здесь куча монстров, куча тварей бегает. Вот, и... Блин, и еще возвращаю тебя назад по сохранению. Здесь стоит полицейский автомобиль, который здесь у нас... Вот, значит, здесь у нас полицейский автомобиль, который дает нам возможность получить патроны, получить биту. Ну, если когда у тебя совсем все печально, заканчивается патрон, можно, в принципе, отмахаться от биты. Ну, или, если что, можно сделать вот так вот, чтобы не выстрелить. Случайно. Также вот они, монстры. Карту мы подбираем. Лут я примерно знаю, где лежит, но есть еще также по карте, в меню паузы. Можно нажать меню паузы, можно посмотреть карту. Есть также вот проходимые места. Вот сюда, сюда. Здесь можно еще походить. Вот это, как я понимаю, это тупики. Я не ходил туда, не знаю, что там есть. Там знаю, что тут пасутся монстры. Если там дальше монстры, если там дальше лут, я не знаю, испытывать не буду. Я пойду сразу по маркеру вот сюда. Вот, поэтому, ребята, как-то так вот. Если будете переигрывать, можете сходить туда посмотреть. Я этого не буду делать, потому что, ну, во-первых, это время. А во-вторых, были бы просмотры побольше, я бы, конечно, тут полутал, возможно, таки сделал побольше серий. Ну, если просмотров не так много, то мы сделаем поменьше серий и побольше, как говорится, контента. А не забыть бы всякие ресурсы. Вот он, монстр сидит. Я не буду на него отвлекаться, он сидит. Придет, я его убью. Так, кто? Откуда? Вы это слышите? Бежит. Бежит, и причем как-то бежит левый. Так, 88%. Хорошо. В принципе, неплохо. Отмахались 22%. Это немного.
опять бежит. Можно, конечно, короче, сделать, попробовать вот так вот, ребят. Я не знаю, как это будет работать, не будет работать. Но можно попробовать. Почему бы нет? Так, ну, по крайней мере, они вроде бы отстали. Нет, не отстали. По крайней мере, я передохнул. Здесь валяется куча патронов, но так как мы бежим, они нам по факту не нужны будут. Не нужны, потому что мы убегаем. И у нас есть бита. Смотри-ка, привязался же кто-то за нами. За нами кто-то привязался. Так. Все, вроде бы оторвались. Так, еще кто-то идет. Еще кто-то идет. Уйди, уйди давай, уйди, уйди, уйди. Ой, красавец какой. Я вижу, вижу, ты прям очень красавец. Давай, иди, не смотри на меня, пожалуйста. Иди давай, иди от меня, пожалуйста. Короче, здесь проще пробежать бегом. А потому что они и респаются, если ты их убил, и они респаются. Я не пойду назад за патронами, нафиг они не нужны. Я лучше буду бегать, а босса, монстра я, наверное, убить смогу, потому что у меня, ну, довольно-таки очень много. Есть всего. Какой-то броневик. Как мы услышим бег, мы сразу, короче, побежим тоже. Тоже побежим. Будем избегать стычек. Они нам ни к чему. Здесь сохранялок нету. Я, по крайней мере, не видел. Возможно, где-то есть сохранялки, но я их не вижу. Возможности сохранения нету. И ты начинаешь, соответственно, заново. Может быть, конечно, можно попробовать здесь как-то собственно сохраниться. Не знаю, может, есть быстрое сохранение. Здесь слева, справа низкое и высокое. Над игрой работали, всякое такое прочее, чувствительность мыши и, в принципе, ничего такого. Здесь у нас лут. Здесь у нас карта, здесь у нас покупочка и всякое такое прочее. Вот, ну давайте попробуем. Что там? F5. F5 нет сохранения, F6 нет. Ну, короче, обычно F5 работает. Так, пока я тут жал F5, здесь пришел монстр опять. Так, ну мы постоим. Так, готовимся к шифту. Все, я понял. Шифтим. Собственно, шифтим. Так, здесь тупик. Собственно, нажимаем shift и несемся как сумасшедшие. Так, а мы вернулись, что ли? Погодите. Как это мы вернулись? Действительно, мы вернулись назад. Как? Погоди, погоди, как я нарезнул круг. Короче, как вариант, можно бежать назад и... и выжить таким образом. То есть они сюда не добегают. Ну, либо просто бежать вперед. Либо просто бежать вперед и не обращать на них внимания никакого. Вот таким вот образом. Да, вы там друг друга съешьте, и все будет у вас хорошо. Врежься в ёж. Так, бегут. Я вижу лут. За мной бегут. Там лут и там патроны. Там больше ничего нету. Я ходил, ходил, смотрел. Там ничего нету, ребят. Так, оглянемся. Больше со мной никто не бежит. Посмотрим, может здесь что-то есть. Взаимодействовать с этой машиной. Она выделяется на остальных фонах, блин. Мне бы сохраниться где-нибудь. Так, лут, 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 патрошечки. Патрошечки. Так, еще вижу патрошки. Еще патроны. Так, ладно, давайте лутаться пока. И надо посмотреть карту. Ты будешь что-то подбирать? Подбери, пожалуйста. Отлично. Молодец. Ты почти справился. Опачки. Так.
Так, сохранялочку бы где бы найти? Где бы найти сохранялочку? Кстати, вот здесь, может, пароход есть. Ты толстый такой, что ли? Пройти, пожалуйста. Чё, никак? А. Он может сюда зайти? Аллилуйя. Так, хорошо, воды. Посмотрим, что у нас здесь. Это у нас новая локация, ребятки. И посмотрим, что у нас да как здесь. Здесь я уже вижу патрошечки, вроде подсвечиваются. Так, забираем. Надеюсь, монстров здесь не будет. Ну да, конечно. Ты ничего не видел. Ты ничего не видел. Я тебя не вижу, значит, ты меня не видишь. Они на самом деле тоже слеповатые, как я прям. Я тоже ничего не вижу. Так, я уже пугаюсь вот этого столба, который стоит. Ну, вот этот почтовый ящик, то есть. Здесь ничего. Я не знаю, кто раскидал патроны. По улице. По улице раскидал патроны. Я не знаю, кто это был. Так, кстати, где мы находимся? Быстренько посмотрим по карте. Ох, ничего себе. Ох, ничего себе. Это я должен быть здесь, а я оказался здесь. Вот это я могу. Ну, по крайней мере, посмотрим, что у нас здесь есть. Что у нас здесь есть? Вообще, по-моему, парк. Парк, ладно, парк, хорошо. По-моему, конечно, лучше обойти все. Посмотреть налево, посмотреть направо. Так, он пошел туда. Может, как-то в присядку ходить? Это, может, поможет? Опачки, что у нас тут? А у нас тут лутец, ребятки. Я нашел лутец. Ой, я молодец. Я просто прислушаюсь звуки. Вдруг кто-то бежит откуда-то. Так, здесь все, да? Здесь ничего больше нет. Здесь нет ничего больше. Здесь нет ничего больше. Так, ты будешь разворачиваться, отлично. Так. Опаньки. Ну, конечно, конечно, да, 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 вот прям так вот сейчас. Давайте быстренько осмотрим, а здесь что у нас. Здесь у нас ничегошечки нету. Ну, мать, он где-то бежит со мной. Здесь что у нас? Здесь вроде бы ничего нету. Так, а если, допустим, буду возвращаться на исходную позицию вот сюда вот? Здесь я не буду подбегать, интересно, до калитки? Или здесь, типа, безопасная зона, можно здесь бегать. Ну, по крайней мере, он отвязался от нас. То есть, как вариант, возможно, можно здесь безопасная зона. Окей. Если это, допустим, безопасная зона, то я могу смело туда убегать, и ничего мне не будет. Так, ладно, давайте по стеночке, по стеночке. По стеночке, по стеночке. Опаньки. Тут никого нету. Биться с ними бесполезно, они респаются, ребят. Если бы они не респались, если бы у меня было еще хилок много, да вообще бы без проблем. Они респаются, ребят. Их убивать бессмысленно. Ты убил его, он тут же появился через, блин, полминуты. Возвращаешься, он уже обратно сидит. Ты будешь это брать? Возьми, пожалуйста. Отлично, молодец. Короче, я пока вдоль забора похожу. Блин, не вылазь оттуда, пожалуйста. Не знаю, куда это зайдет, идет забор, но он, по идее, должен привести в тупик меня. Так. Тут туман, тут забор, тут больше ничего нету. Я просто по звукам, не знаю, слышно тебе, не слышно. Я слышу, что они где-то рядом. Так, здесь куча лута лежит. Меня ждет. Лут определенно ждет меня. Лут ждет меня. Еще бы оружие ждало бы меня бы. Новое.
Хотя избитый бегаю. И бегаю просто. Чисто бегаю, ребята. Да, действительно. Даже не сражаясь, не мачкую с ними. Здесь тупик. Здесь определенный тупик. Здесь реально. По карте давайте быстренько посмотрим, где мы находимся. По карте. Мы находимся в тупике. Да, здесь действительно показывают нам тупики, где нет прохода. Здесь вот кресты. То есть нам нужно, по идее, возвращаться назад. Назад и... Ну, пойдем сейчас назад, а что делать? Сейчас вдоль стены пройдем, может, что-то и найдем. Если ничего не найдем, то значит... Ау. Нету ничего тут. Нету. Уходи. Уходи. Нету ничего тут. Только туман. Тебе все видится. Тут ничего нету. Тут только я хожу и собираю патрончики. Патрончики. Где оружие для патронов? Патронов куча. А оружие для патронов, собственно... Нету! Офигеть! Вот это найс! Вот это ухо! Так. Бита. Будем сдалека, если что, их шмалять, расстреливать. Не зря я, кстати, сюда зашел. То есть вы видите, да? То есть здесь вроде как тупик тупиком. Но по факту... По факту здесь... Здесь пушка валялась. Автомат, ребятки. Дробыша мы еще не нашли, но вот автомат уже есть у нас. Уже есть автомат. Так, а что здесь? Здесь куча этих машин, кстати. Скорой помощи я вроде вижу. Вон они. И монстр там стоит, кстати. Стоит монстр. Может, нам туда надо? Может, нам надо туда? Ну, там вроде бы везде тупики были. Да, блин, не знаю, ребят. А ты что думаешь? Ну, давай подсказывай, подсказывай, куда идти. Ё-моё. Он рядом идет вдоль забора. Так. Возле тачки ничего вроде нету. Ай. О, патрон вижу. Патрон, ну, надо тачки обходить. Это для автомата, по-моему, как раз патроны. Где-то рядом. Где-то прям кто-то рядом. Так, все, я понял. Shift. 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 Так, я вижу там красные патрошки какие-то. Короче, здесь просто тупик, ребята. Я здесь не буду ничего делать, я побежал отсюда. Здесь просто валяются патроны. Возможно, здесь еще есть, не знаю, что-то есть. Ружье, по крайней мере. Но мы пока просто бежим. Так, еще за нами увязался другой. В безопасную зону, да? Сюда он... Ба... Так, это не безопасная зона была. Они сюда бегают. Они сюда бегают. Уйдите! Нет! Нет, ребята, я не хочу помирать. Я собрал... Автомат я собрал. Уйдите от меня. Уйдите! То есть вот так, да? То есть меня догнали до самого угла обратно. Да я не хочу их убивать. Ты хочешь сказать, чтобы я пострелялся? Я не хочу их убивать. Так, кстати. Мы не можем принимать всех желающих из-за чрезвычайных обстоятельств. Экспериментальный препарат НЗ-3 закончился. Пожалуйста, не мешайте работе персонала, говорит нам. Ну так, кстати, про эвакуацию нам как раз говорили, что типа здесь нет. Да ладно, я только попал в госпиталь, ребят. Я только зашел. Я только хотел попрощаться. Ой. Ужас. Как так-то? Вот как так, ребята? Я только хотел сказать всем удачки и всем пока. Давайте сохранимся, не знаю, на всякий случай. Да?
Сохранить. Так, а может быть... А, нет, давайте не будем сохранять. Давайте не будем сохранять. Давайте попробуем посмотреть, где у нас загрузочки есть, ребята. Где у нас есть, собственно, загрузки. Загрузить. И у нас... госпиталь. Да, есть автосохранение на госпиталь. Давайте попробуем здесь зайти, потому что... Потому что, ну, я не знаю, то есть вот так вот. И сейчас идет у нас монстр. Мясо. Ну, сейчас получше, да. Собственно, сейчас получше был. Сейчас был получше вариант. Не знаю, есть ли вообще смысл сейчас сохраняться или нет сохраняться смысла. 43% либо автосохранение. Потому что автосохранялка может исчезнуть. Ну, давайте, ладно, сохранимся. И на этом сегодня, собственно, закончим. Вот. Успешно сохранено. Все, ребятушки, мы сохранились. Лут подберем потом. Все будет потом. На сегодня, ребятки, это все. Вам огромнейшее спасибо, что посмотрели. От вас подписочка на канал, соответственно. Лайки, комментарии. И я старался, я пытался. Поэтому, ребятки, давайте тогда поддержите меня. И будет еще видосики по этой игре. Ну и приходится мне рекламу смотреть, чтобы не платить денежку. А что еще остается делать? Вот, поэтому приходится все это вырезать. Поэтому где-то дергание и всякие такие вырезки фрагментов. На сегодня, ребятки, все. Хорошего настроения. Всем удачки. Всем вам пока-пока.